Алиса. Шенкель прижми, спину прямее, повод прибери, прибери еще. Ты же на разряд идешь, работай. Ты зачем сюда ходишь? Лошадей люблю. Ты что, серьезно? Масса тех, кто любит лошадей, убирают за ними навоз. А можно стать чемпионом? Я не смогла. Но ты-то можешь. Ты можешь стоять на пьедестале. А если не там, то ты будешь стоять здесь. И гонять по кругу таких, как ты, любителей лошадей. И всем будет пофиг, что ты достоин большего. Понимаешь, они мои должны быть. Не дорогие, не модные, мои. Как моя музыка. Вот классная должна быть и своя. Так, тебе кто важнее, я или музыка? Настя, ты для меня как вдох, музыка как выдох. Вас не сравнишь. Хотя, если честно, я с музыкой раньше познакомился. Настя, шучу. Вась, я считаю, вот эти круче. Мне вот эти нравятся. Но они просто скромные. В жизни нужно выбирать все самое лучшее. И делать это своим. Настя, мне нравятся вот эти. Ой, а что это у вас такое? Коллекция старинных ключей. Они что, какие-нибудь ценные? Нет, они бесценные. В старину на каждый замок изготавливался всего один ключ. И подобрать дубликат было практически невозможно. Поэтому такие замки считались неприступными. Настоящий замок не открыть отмычкой. Да уж, у каждого увлечения своя философия. Они очень похожи на нас. Ключ бесполезен без замка, замок без ключа. Порознь – это просто кусочки металла. Как и люди, каждый предназначен для кого-то. И это решено свыше. Ну а как найти своего человека? Перебирать их как ключи? Ой, ну, в смысле, я не себя имела в виду. Милая, мы не кусочки металла. Это ключи можно перебирать. А люди? Понимаешь, если постоянно перебирать, то у нас внутри каждый раз что-то ломается. Остается след. Нужно чувствовать. Я беру вот эти. Вась, ну ты как всегда в своем репертуаре. Настя, ты куда? Удачи. Настя! Настя, ну ты чё? Купил, что хотел? Ну да. Идем.
моей звезда. Ты смотри у меня там. Я, наверное, умру за это время. Ты приедешь? Найдешь мой маленький, бездыханный кофе. Малыш, ну ты что? Это не так уж долго. Время быстро пролетит. Хочешь, прямо сейчас поехали со мной? Вась, вот когда станешь звездой, тогда поеду. А пока ключик свой даже не вздумай доставать. Настя, у меня есть ты. Других я не вижу. Знаешь, кстати, как они злятся? Алло, привет, Ковчик. Ты ничего, Васька провожаю. Надолго. В тур. Тебе привет. Да помню, я помню, завтра в 10. Ладно, Ковчик, давай пока у меня тут обнимашки. Кот из дома, мыши в пляс. Опять в клуб тебя тащит. Рыбачка. Ты же знаешь, Ковшова потерянный для общества человек. Для некоторой части общества она просто находка. Ладно, давай, все, люблю. Мать, ну ты где? Шевели колготками, я внизу уже. Ой, Настя, любовь, я тебя умоляю. Любовь, конечно, приходит, но не с первого раза. А чтобы настоящего мужика заполучить, нужно, знаешь, как потратиться. Ковшик, ну кого ты планируешь зацепить-то? Ты же с одним неженатым тридцатником встречаешься. Тридцатник, моя дорогая, он всегда дороже двадцатника. Ты математику учила? А женатость нынче очень успешно лечится. Они даже сами не подозревают, насколько. Сюда. А путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но любая баба знает, где он начинается. Гандончики свежие? На охоту пошла? Нет, что вы, я замуж выхожу. Настя, тебе брать?
продолжим? Я же сказала, нет. А что с ней? С ней ничего необычного. Она родила сына. Но это бывает с беременными. Нет, угроз нет, просто требуется кровь. Мы в первую очередь звоним родственникам с подходящей группой. Отлично, мы ждем вас. Машка! Поздравляю! Где племянник? В детском отделении. Мне через 5 сказали, ко мне принесут. Уже кормила? Не дают пока. Спасибо тебе за кровь, малыш. Да брось ты. Ну, а как сама? Ой, Настя, я больше не буду рожать. По крайней мере, пока. Такое пережила. Да все так говорят. Я слышала, что второго легче рожать. Самое главное, что ты теперь мама. Сама-то ты как? Все воздушные замки строишь? Васька вроде парень нормальный. Девочки, на сегодня хватит. Обеим отдыхать. А вам, Настя, спасибо. Ладно, давай. Анастасия! Анастасия! Зайдите, пожалуйста, ко мне. Хорошо. Настя! Прямо сейчас! Настя.